Впервые в этом году в Казахстане выберут лучшего государственного служащего. Республиканский конкурс организован агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции при поддержке администрации президента. Сам праздник был учрежден 4 года назад главой государства. Начиная с 2013 года, 23 июня отмечают как День государственного служащего. Каждый конкурсант, кроме внутриведомственного, прошел 2 этапа отбора – эссе и интервью с членами комиссии. Наградят победителей в преддверии профессионального праздника. А саму медаль – лучший государственный служащий вручит лично глава государства 12 лучшим кандидатам. Самому старшему из участников 62 года. За его плечами 40 лет стажа государственной службы. Самый молодой участник – 26 лет и 2 года работы на государственной службе. В конкурсах приняли участие не только административные служащие, но и политические, а также сотрудники силовых структур –